Проверяем качество выполненных работ по подготовке к осенне-зимнему периоду управляющих компаний, в том числе и муниципальных. Есть над чем работать, есть сегодня замечания, но у управляющих компаниями есть время, поэтому под моим личным контролем дома будут подготовлены к осенне-зимнему периоду. Всего в Химках 1300 домов. По плану все они должны быть готовы к этой период.